учителя существует, наверное, для того, чтобы все люди еще раз вспомнили своих учителей, своих наставников, тех людей, которые научили не только там писать и читать, но и привили какие-то нравственные качества. Я считаю, что учитель должен быть добрым, воспитанным. Самое главное – желать своим ученикам знаний. Я считаю, что учитель – одна из важнейших профессий. Они дают нам очень многое, и поэтому мы празднуем их день. День учителя существует, дабы на государственном уровне признать успехи и труд учителей, людей, которые ответственны за подготовку будущих специалистов, которые строят будущее нашей страны.